Оставайся здесь. Я пойду разведаю все сама. Хорошо, я подожду здесь. Только ты поспеши. Только ты поторопись-ка. Так, здесь у нас напал. И кислотный. Так, выложим пока ключик. Это тоже пушку пока выложим. Кислотные выложим. Где у нас? Напал. Возьмем, наверное, еще одну аптечку. Пистолета, отлично. От панели. Вот он, тиран снова. Никак от нас не отстанет. Так, возьмем кислотных, наверное. Вот. Так. Let's go. Все, выдвигаемся.
папочка твой пришел. Не волнуйся, просто подожди здесь. Я пойду посмотрю, что там было. Так, здесь у нас ничего. Давайте пойдем. Сразимся второй раз с Уильямом Биркином. Уворачиваться. Так, 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 давай, вставай. Что-то как-то он покромсал. Еще живой. Все. Он бежал. Испужался. Сколько мы потратили? Немного. Хорошо. Пусть это остается у тебя. Тогда ты будешь в безопасности. Подожди здесь, хорошо? Я пойду поищу твою маму. Thanks, Claire. Даже так? Я только ребенок. Ни папа, ни мама не уделяли мне много времени. Они были заняты работой. По крайней мере, мне спокойно, потому что я с тобой. Шерри. Что у них с коленками, с ногами? Дело бы подождала и поехала бы дальше, но нет. Так, лифт, нет энергии. Так. Берем обычные гранаты. Берем. Кстати, вместо пистолета уже можно взять
это. С ней побегаем, постреляем. Так, теперь нам нужно ящик. Нужен ящик. Так. Здесь пролазим. Отлично. Теперь можно спускаться вниз. Да ну нафиг. А, ну пипец. Перестарался. Надо ехать обратно. Что делать? Так, не до конца. Оп. Еще. Отлично, залазит. Отлично. Пока туда не надо. Итак. Отлично. Подаем энергию к лифту. Исследовательский отчет о газе Пи-Эпсилон. Данная информация требует неотложного рассмотрения. Газ Пи-Эпсилон считается универсальным средством уничтожения всего известного БО, биологического оружия. Ввиду этого он используется в качестве меры противодействия в случае распространения БО. Однако данные недавних исследований свидетельствуют о возможных побочных эффектах. Пи-Эпсилон действует путем ослабления клеточной функции БО. Однако длительное или многократное воздействие газа может привести к образованию адаптивных антител. Более того, у некоторых видов БО была выявлена способность поглощать пи-эпсилон и использовать выделенные из него токсины против внешних угроз. Ввиду этого, к использованию газа пи-эпсилон следует прибегать только в самых крайних случаях. Мы настаиваем на переоборудовании системы экстренного распыления газа пи-эпсилон. Также мы настаиваем, чтобы данная мера была предпринята как можно скорее. Второй исследовательский отдел, отдел безопасности. Так, еще напалм.
бросим на пол. Где у нас? Так. Место базуки берем арбалет. То есть не базуки, а гранатомета. У нас арбалет. Отлично. Все, патронов предостаточно в арбалете. Пока ходим с этой пушкой. Так, без мастер ключа не открыть. А, ну понятно, это еще рано.